Всем еще раз привет. Мы в Самаре. Ах, Самара, городок. Вокзал очень приличный, но, к сожалению, как обычно, нет урн. Урн просто нет. Нет, 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 нигде. Но сам вокзал очень хороший. Заходили сейчас в мини-маркет, вот в этот вот. Приличные продавцы, доброжелательные, все хорошо, а мы едем дальше. Еще одна наша более-менее большая остановочка, что можно выйти подышать. Станция Урбах. Такая небольшая. В общем, вышли на перекур. Вот мы уже на вокзале в Саратово. Все ближе и ближе к месту назначения. Купили кефирчик за 70 рублей, энергетик за 100 рублей и два пакетика, господи, Нескафе капучино по 50 рублей. Ну, цены всегда на вокзалах очень высокие. Ну, урн на этом вокзале тоже нет. То есть, мусорите где хотите, называется. Вот такой вот вокзальчик в Саратове. Ну, а мы едем дальше. А мы сейчас в Волгограде. Остановка у нас здесь большая. Вот наш поезд. Большой такой. 27 вагонов. И прогуливаемся со шпицулями. Да, бусенок? Бусичка, бусичка, покажи личико. Передай всем приветик. Передай приветик. Вон Донька гуляет. Гуляет такая, гуляет. Молодец, бусичка. Буся хороший мальчик. Хороший, хороший мальчик. Ну вот уже нам осталось ехать. Господи, меньше суток. Завтра утро приедем. Сейчас вечер, а завтра утро мы уже будем в Краснодаре. Волгоград серо, тут холодно, честно говоря. То есть сейчас ветер такой поднялся, прям сильный. Так что прохладненько. Вон собак вся шерсть дыбом. Едем дальше.